Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 марта. Память святого мученика Савина. Город Гермополь в Египте был отечеством святого мученика Савина, который был мужем славным во всей стране той и начальником в городе своем. По причине гонения, воздвигнутого на христиан, царство не Диоклетиана, когда многие христиане были мучимы и умерщвляемы, святой Савин оставил свой дом, власть, богатство и всех родных, и тайно ушел из города Гермополя, укрываясь в одном отдаленном селении вместе с прочими христианами. Поселившись в небольшом доме, он проводил в посте и молитвах все дни и ночи. Служители же идолов весьма ревностно искали Савина, князя Гермопольского, чтобы подвергнуть его мучениям, но нигде не находили его, о чем сильно скорбели. Один нищий, приходивший за милостыню к блаженному Савину и получавший из рук его пищу и все потребное, взяв пример с Иуды предателя, пришел к язычникам и сказал: «Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, Савина?» Они дали ему 2 златницы, золотая монета неопределенной ценности. Затем пошли за ним, дошли до того дома, где жил святой, окружили его и постучали в дверь. В это время со святым Савином было 6 христиан. Подумав, что это пришел кто-либо из братьев, они открыли дверь дома. Тогда язычники быстро вошли в дом, взяли всех и связали. Святого же Савина связали особенно крепко, 2 тяжелыми цепями, и затем привели его на суд к гегемону той страны именем Ариану. Святой Савин был долгое время расспрашиваем на суде и много раз принуждаем к принесению жертвы идолам, но он не отрекся Христа. Вследствие этого он был мучен еще более жестоко, был терзаем острым железом, жигом огнем. Наконец святой был потоплен в реке. Таким образом, святой окончил свой подвиг в 287 году и отошел к подвигоположнику Христу, чтобы принять от него венец победы. Вместе с ним были мучимы и прочие 6 христиан, взятые с ним, и они награждены были от Господа на небеси, одинаковой с Савином славой. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.